Сотрудники регионального следственного управления приняли участие в учебных занятиях, которые прошли на военном полигоне в Ярославле. По легенде, на железной дороге произошел террористический акт, взорвался один из составов поезда. Специалисты отработали механизмы взаимодействия с оперативниками и спасателями. Кроме того, большое внимание было уделено организации первоначальных следственных действий во время крушения железнодорожного транспорта. В этом вопросе важна безопасность. Как показывает практика, крушение пассажирских поездов чревато многочисленными жертвами и паникой. Сотрудники следственного управления в условиях чрезвычайной ситуации должны были выполнить свою работу четко, слаженно, зафиксировав и собрав доказательства, чтобы раскрыть особо тяжкое преступление. Это было приобретение практических навыков работы именно следственной группы на месте происшествия. В частности, это крушение поезда в результате приведения в действие самодельного взрывного устройства. Может быть, это не очень актуально для нашего региона, да? Вот, как говорится, переплюнуть три раза через плечо и постучать по дереву, да, не дай бог, что такое произойдет. Но, тем не менее, нужно быть готовым ко всему. И в сложившейся ситуации не растеряться. Да? То есть, поэтому вот, данные занятия, я считаю, практически были очень полезны.